Министры обороны стран НАТО сегодня как раз собрались в Брюсселе. Впрочем, на Совете Альянса, судя по выступлению генсека, намерены обсудить вопросы, куда актуальны для военного блока. В приоритете операции в Сирии под руководством США. Столтенберг также в очередной раз высказался за конструктивный диалог с Москвой и за созыв Совета Россия-НАТО, но при этом заявил о сохранении курса на расширение сил в Восточной Европе. Из Брюсселя передает Константин Рожков. Фон для очередной встречи военных министров стран НАТО задают местные газеты. Бельгийский Лесуар разместила на обложке плачущего ребенка в руках у матери-мусульманки. Заголовок можно перевести примерно так. Новый кризис на пороге Европы. Автор статьи приводит ужасающие для европейского обывателя цифры, якобы о 600 тысячах новых сирийских беженцев, которые готовы вот-вот хлынуть в Европу. И эту же тему сегодня подхватили и в штаб-квартире Североатлантического альянса. Генеральный секретарь этой организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции, по сути, назвал виновника этого нового, грозящего Европе кризиса мигрантов. И это, как ни странно, Россия. Интенсивные российские авиаудары, преимущественно по силам оппозиции, подрывают наши усилия по поиску политического решения. Они заставляют десятки тысяч людей двигаться к границам Турции. Это только ухудшает положение в рамках глубочайшего гуманитарного кризиса. Подобные заявления официальных представителей НАТО, а также публикации в европейской прессе стали появляться после того, как ситуация на сирийском фронте стала складываться в пользу правительственных войск Башара Асада, которые при поддержке российской авиации вплотную приблизились к тому, чтобы освободить от боевиков второй по величине город в стране – Алеппо. В случае успеха это будет самая крупная победа регулярной сирийской армии после того, как к участию военной кампании против террористов присоединились российские ВКС. Но как только на военном фронте положение боевиков стало ухудшаться, залпы тяжелой артиллерии стали слышны на другом, политическом. Президент Европейского совета Дональд Туск тоже в Брюсселе, но уже в штаб-квартире ЕС, сделал сегодня еще один выпад в адрес России и при этом чуть ли не дословно скопировал то, что ранее сказал генсек НАТО. Похоже, что в данном случае речь идет уже о тренде. Ухудшение гуманитарной ситуации в Сирии теперь будут вешать на российских военных. Позвольте добавить, действия России делают и без того плохую ситуацию в Сирии еще хуже. Режим Асада набирает обороты благодаря военной кампании России. Умеренная оппозиция проигрывает, тысячи беженцев бегут в Турцию и Европу. Я напомню, что при этом члены так называемой коалиции во главе с США, так же как и Россия, продолжают наносить свои авиаудары по территории Сирии и Ирака. Однако, как фактор, ухудшающий жизнь мирного населения, это не упоминается. Кстати, это заявление Дональд Туск сделал на встрече с грузинским премьером Георгием Квирикашвили, который приехал в Брюссель договариваться о возможном членстве Грузии в НАТО. Пока, впрочем, шансы на то, что грузинский флаг будет развиваться вместе с остальными у входа в штаб-квартиру Альянса, невелики. Грузии до сих пор обещали только поддержку, но не членский билет. Тем не менее, руководство Кавказской республики в Брюсселе, похоже, тоже намерено разыграть российскую карту, но уже в своих целях. Грузия до сих пор сталкивается со сложностями из-за оккупации своих территорий России. По этой причине мы очень ценим поддержку Евросоюза, который также стремится сохранить территориальную целостность нашей страны. К слову, журналист, представляющий еще одну бывшую советскую республику, Украину, на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, как показалось, с некоторой обидой поинтересовался у генерального секретаря, неужели тема Украины больше не актуальна для Альянса. Йенс Столтенберг дипломатично ответил, что про Киев никто не забыл, но все-таки тема завтрашней встречи иная. Похоже, что главной темой станет обсуждение некого секретного доклада, который на завтрашнюю встречу в Брюсселе везет военный министр Соединенных Штатов Эштон Картер. На фоне успехов сирийских правительственных войск и российской военной авиации он должен рассказать союзникам план дальнейших действий. Один из вариантов – это введение в Сирию сухопутных войск, о чем накануне некоторые члены прозападной коалиции уже заявили, в частности, Турция, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Похоже, что ставки в сирийской игре вновь повышаются. Константин Рожков, Александр Земцов, Любовь Китченко, Пятый канал из Брюсселя.